на дорожку, на Париж, как 45-м! Это изменили полгода назад. А, ну я же говорю, это очень давно не было. Прям очень давно не было. Бля, ну Гоген... Гоген новый шут в чате, смотрите, реально, ну просто шут. Новый клоун. Гогенчик. Ладно, мужики, все, собрались. Вот эту арену играем, и next у меня получается хороший. Я на самом деле вас обманывал, что я плохо арену играю, я лучший аренщик. Ну я без шуток сейчас говорю. На самом деле я могу реально хорошо сыграть арену. Я же не зря все-таки делал 12-0 на друиде с тремя свайпами. Я реально как-то сделал арену, по-моему, 12-0 делал. Я точно на друиде делал не раз 12-0. У меня там было, по-моему, что-то 2 или 3 свайпа, там какие-то пробафы, короче, ебанутая дека. Я еще играл арену, когда не было золотой карт на арене. Представьте себе, какие-то бородатые времена, ух. Те времена, когда еще полчата не родились. Когда еще олды на свет не появились, вот тогда уже играл арену. Бэ-бэ-бэ-бэ. Взял 10 друида с обилкой варлоком. Я хотел найти кроволист. Ой, бля. Где можно поиграть турики любительские? Блять. Ой, бля, ну ладно, типа, дринейн на самом деле не так плохо. Точнее, 2-6 неплохо, а дринейн не очень, да. Я вообще, на самом деле, не знаю, честно. Вот кроме Назбета, который последний раз рекламировал, я реально не знаю, где сейчас турики играть по Харстону, потому что их банально нету. Это все. Просто челы забили на ХС. Типа, сейчас единственные турики, какие есть, это... После Гадон, заебись. Ту-т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 у. Ну, у меня просто ресурсов больше должно быть. У него просто добора сейчас не будет, и я сейчас с обилки выиграю просто. Розыгрыши билетов на BlizzCon на 400к. Но я бы на самом деле... Если бы кто-то половину спонсировал бы, я бы, может быть, даже и добавил бы, но... Такое. И нахуй! Чего у меня просто одной картой выигрывает, с учетом того, что слизнюк у меня в 5 картах, блядь, лежит за 5 маны. То есть, как бы я не хотел бы его топ-декнуть, я бы не топ-дек. Ну что, тупа? Что, блядь? Да ты охуел, что ли, блядь, долбоёб? Может, мы такого ничего не варим? Че это такое? Ну, все равно проиграл, у него ресурсов нету. Ну, Дезинг его спасает только. Блять, что это за донат про скупку Facebook аккаунтов? Чё, блять, ебанутый, что ли, или что? Мужики, у меня, знаете, какая... Это, у меня какая идея возникла? Давайте доиграем арену, сыграем Далузу на Америке. Сыграем все-таки Далуза на Америке. Далуза. Далуза. Что думаете? Далуза. Только Далуза максимум. Да, я остановлюсь. Я хоть и лудоман, но останавливаться умею. Останавливаться я умею все-таки. В курсе про Дока 2. Я не в курсе ни про какие Дока 2. Я не знаю, что там, блядь. Какие Дока 2. Я не в курсе, мужики, честно. Скин на паладина не покупал. Что-то, блядь, биполярка стучит, блядь. Стучит в дверь, блядь, вот так вот уже, блядь, врывается. Не могу, что-то весело стало. Ну, я выиграл уже этого дауна, если что. Монка Курф. Есть обучение ладеру за бабки. Раньше было, 2,5 года назад, сейчас не занимаюсь этим. Да уж. Перегрузился шаман. Найс обилка. Найс обилка. Найс обилка. Найс обилка. Найс хиру пауэр. Кого?
Oh, baby, baby, oops, I did it again. Дорова рассказывала хуйную историю. Играл на арене с картонки, которая кладет в руку случайного дракона Дали Синдргос. Потом Дали Рины Тоттер. А с Токи упал Рагнарос. И... Вот. Самая большая проблема это просто то, что вы начинаете менять деки. Все. Просто самая большая проблема. Начинаете менять деки, все, ОГГ, можете прощаться с рейтингом. Под тет-скрипты просто так работают. Если у вас даже устрик на одной деке 5-0, надо все равно дальше на ней играть, блядь, сквозь зубы. Если вам даже это не нравится. Иначе то хуже будет. Ебло. Ебло, он неправильно делает, блядь, почему такой тупой? Ну за что, блядь, за что? Да за что? В лицо? Чел просто пошел в лицо! Чел, не играй в хэз. Типа, смысл, блядь, от этих всех букичей? Если можно просто всех родственника собрать, посидеть спокойно. К чему эти понты, я не знаю. Ну это имхо опять же. Не подумайте. Просто я знаю людей, которые, блядь, просто ради понтов делают свадьбы для того, чтобы сделать. Показать, какие они охуенные. Но на самом деле, они набрали кредитов, блядь, на свадьбу, и по итогу это все пиздец как смешно выглядит. Нормально лупендит. Не, ну что-то долго это очень сильно. Такой, как ты соберешь больше денег. А какая разница? Я просто в этом смысла не вижу. В самом факте этой свадьбы. Типа, можно просто расписаться и устроить какой-то, блядь, банкет условно в каком-то ресторане со всеми родственниками, которые пришли бы на свадьбу. И это, блядь, просто будет то же самое, что пошел нахуй. Живой? Блядь, какой же конченый оппонент? Вон. Опа! F-Doom, сэр! Это, кстати, очень хорошо, кстати говоря, это заебись. Окей. Doom, сэр, по итогу сейчас игру может выиграть, реально. Не зря поставили лут хордера, потому что пятерку поддать. Прикиньте, гачи на свадьбе захуять. Да не, люди не поймут просто. Подумают, что даун, что ли? О, неужели, блядь? Ну чё, мужики, Джараксус и только Джараксус нас интересует, правильно? Блять. Ни одно еще. Меня типа демоны просто не прокуют. Просто демоны не прокуют. Ты просто много стал, и поэтому шанс на хороших мало. Да зачем оно надо? Опа! Прочитано, блять! Ну что, хуесос, на стриме сидел, блядь, квестрогу мою хотел запикать, да? Уёбище, блядь, тупое. Так, надо, блядь, собраться. Единичку, наверное, хочу, блядь, чисто посмотреть. Ну хуесос, блядь! Я сейчас выебу за это. Ой, пацаны, надо выигрывать. Чтоб не было 1, 2, 3, а лунета, и все, блядь, я сегодня на плюс морали. Блядь. Какая, в смысле, какая разница, какой ранг дали в плане... Ранг, на самом деле, не такой плохой, как он кажется у чела. Шуру хочу брать, наверное, Шуру. Шуру и пушку. Шуру и пушку. А, закончить ход надо. Блять, вот если бы, прикиньте, сейчас квест строго взял. Блять, боже, это такой был бы... финиш. Окей, это антимагия, у нас монетка есть, коня. Нужен ДК или какие-то ресурсы? ДК ресурсы, мужики. Либо Диаболику с глайдера напишите, они мне потом список скинут, блять, все, это победа. ДК есть, это уже заебись. Либо мне в чат прям тут скинь, либо Диаболику в личку скиньте с глайдером, они меня скинут, потом добавлю всех. Так. Блять, ну если там алунет будет, вот это будет потяжелее, конечно, но... Мы знаем, что там антимагия, правильно? Поэтому просто обилку жмем. Блять, а лунет что ли, пиздец? Блять!
Может вообще в ебасос пойти даже? Нет, в ебасос нельзя идти. И лук нельзя отдавать, потому что у меня лука нет. Мне нужно, чтобы у меня лук был на 1-2, чтобы мне до фатига дожить. Это важно, мужики. Хорошо, это нормально, это нормально. Еще какие-то мислы пойдут, плюс единичка на стол. Меня это устраивает. Я до сих пор антимагию, типа, не вскрыл. Это хорошо. Угу, заебись, нормально, нормально. Пойдет. АОЕшку нужно оставить на девочек и мановирма. Он играет, скорее всего, одну антимагию, играет, типа, окей, аномалия, плюс что? Аномалия единичка плюс мислы. Неприятно, пиздец. Таракан. Клан, забись. Петроглиф, заебись, Петроглиф, это хорошо. А Мавьешка нужна, он сейчас будет выставлять девочек, типа, и девочек надо убивать. Вот этой хуйней. Жук. Нам еще 2 хода надо выжить. Неслы. Бля! Ты че, охуел? Я тот говномес, что использовал на друиде против тебя чуму плюс баф. Так. Неплохо сыграно, жирный. Окей, надеюсь, на какую-то зачистку сюда возьму. Вот как раз декана, что нужен. Видите, девочка плюс мановирм, это ключевые карты. Погью, мужики, погью, походу, выиграли. Он пингует в 3-1. Это у меня ошибка. О, бля! Погьюсич на погьюславах. На погьюславах. На погьюкиславах! Ну, то, что мы ДК оставили на финиш, мы выиграли игру этим, если что. Только что. Только потому, что оставили ДК на последний. Потому что, видите, в итоге бы мы сейчас мановирм бы выебал. Топ-10, и я в люльку. Я что-то вообще, блядь, не понял. Что за хуйня, блядь? Не понял! Серьезно, блядь? Это я из-за этого, блядь, потел? Чтобы, блядь, выиграть, мне лузнули ранг? Серьезно, блядь? Серьезно, блядь? Типа, я хотел топ-10, мне дали -1. -1 за победу. У меня было -1 на топ-3, на топ-4, но не в топ-15, блядь. Вы понимаете, как я сейчас, блядь, потел, чтобы произошло вот это, блядь? Что произошло, блядь, вот этот абсурд.